Станислав Воскресенский подписал постановление, согласно которому малоимущие семьи теперь смогут бесплатно получать лекарства для лечения ОРВИ и бронхолегочных заболеваний. Речь о маленьких пациентах от 0 до 6 лет включительно. Получить лекарство можно будет по назначению педиатра или фельдшера в аптеке, закрепленной за лечебным учреждением. Экономия семейного бюджета за курс лечения составит порядка 300-400 рублей. На этот год на обеспечение лекарствами малоимущих семей в областном бюджете запланирован 1 миллион рублей, на следующий 5 миллионов. Это 5 наиболее востребованных препаратов, которые позволяют бороться с вирусами и лечить последствия там, катаральные явления, это насморк, боль в горле и так далее. То есть будет это выглядеть приблизительно следующим образом. Если такой ребенок попадает на прием к педиатру, а чаще всего у нас уже есть сведения о том, что он входит в категорию малоимущих, поскольку мы выдаем детское питание данным детишкам, поэтому здесь не надо бегать, собирать справки. Он автоматически у нас уже будет в базе данных, поэтому данные препараты будут педиатром просто выписаны.